Здравствуйте, дорогие друзья! С вами вновь Казуку Фэмили, и мы завершаем уже третью главу данной игры. Так что, в принципе, присаживайтесь поудобнее, ставьте чаёчек, кофеёчек, приглашайте друзей. Финальное завершение игры, такое как Меридиан 157, глава 3. Не знаю, может быть, предпоследняя. Если за один стрим не осилим, осилим за два стрима. Так что не забывайте про колокольчик, приглашайте друзей, ставьте лайки. А мы посмотрим, что было в прошлых сериях игры. Сейчас игра прогрузит, наверное, немного. Ну, наконец-то. Наконец-то. Ну, показывают с пролога. Так что вас освежим память. Это когда мы на поезде выбирались. И врезались в ебеня. А это уже во второй главе. Пещеры. Всякие подземелья нахер. И не только подземелья. И заснеженная область. Вот мы и нашли эту лямду. Кто-то прохерачил дырочку чужую. Ха. Не свою. Так. Угу. Окей. Так. Вот у нас тут машина типа винчестеров, да? Ну, похоже, кстати. Так. Первая, походу, головоломка, да? А как ее решать? О, как. Ну понятно, лед закон. Заперто. И что тут у нас? Какие-то изображения, да? Баллон с пропаном. И чё, головоломка, что ли? Ну, естественно. Или с этой головоломкой мы мучиться будем? Каким образом? Ну,
Да подожди. А чё это? Ключ от чего, интересно? В туннелях? В каких туннелях вопрос? Вот в это, от этой, что ли? Я так и думал. Чё тут? Знак. Массовое разрушение железнодорожной системы. Интересно. Опля. Каких двух? Подожди. А! Ага. И? В смысле? Вот же черт. Круглая. Треугольник. А это... Треугольная и квадрат. Кружок, такая хрень. Такая хрень. Такая, что ли? Нет. Подожди. Сюда. Треугольную. И как стаканчик. И такая, как типа кушает, да?
как это сопоставить? Круглая. Ну. А, круглая. И... Наконец-то. И чё? Ага. В смысле, в задней части? А каким инструментом? Вопрос. Я прям в панике. Так. Понятно. Да, не застрять бы здесь основательно. Какого нахер ключа? О, подожди. По-моему, я тут что-то брал, да? Да. Стоп. Во. Как? Ага. Окей. Стоп. И чё? Серьёзно? Ключ.
Это все надо собирать. Охренеть. Взвешивать. Ясно. Взвесить все это надо. А какой хернюшка открутить-то эту херню? Значит, не тот инструмент, товарищи. Он же дерьмо. Может, вот этим инструментом? Стоп! Что тут? Да. И? А, просто забрать? Тьфу ты, блин. Зубчатое колесо. Или это... Вот сюда. Походу, что да. И все? Серьезно? Счастье. А этим я не могу отхерачить. Опа. Могу. Да я гений, блядь. Так. А где искать этот сраный вентилятор? Вопрос. В смысле? В каком задней части? А чё там ещё-то? Где? И чё? Даже ничего нахер не откручивается. Я там ничего не вижу.
Да. Ага. Сейчас посмотрим. Куда этот треугольный ключ херачит? Вопрос. Если тут уже ничего нету. Мы сняли по факту. Нет, там ничего нету. Стоп, вентиляция. И как? А как до вентиляции это добраться? Лестница, что ли, блядь? А где мы ее найдем? Лестницу. Особый ключ, подожди. Да. А как пароль узнать, вопрос? Интересно. А, стоп! А где он нашел эту херню? А, вопрос. Понятно. Там что, лестница реально? Эй. Или что это? Я ее просто не заметил. Серьезно. Так. А там что-то еще, по-моему, нужно найти, да? Или нет? А дальше? А какой пароль? Откуда я знаю? Вопрос. На засыпку. Вот это прямо интересно. Это мы откручивали. Что там с весами, что-то еще нужно мутить? Или как? Весы? А как я это тебе узнаю? Серьезно?
куда он там пойдет. Текс. А откуда он знает пароль? В смысле, сфоткать? По фоткам весов это значит 46 29. Нифига себе. Тут все что-то означает. Походу. Сканировать багаж, в смысле? Как интересно. Офигеть. Ага. Вот и первая головоломка. Код мы тоже не знаем, да? А как это приклеить? Ох, мать твою!
Да тут можно запутаться. Это, наверное, уже не нужно. Ты серьезно? Ты это не можешь сделать? Я в шоке с тебя, дружок. И что с этим делать? Ага. Вот получается и код. Да? Подожди, не к этой, а... к этому, что ли? Почему ж тогда? И не к этому. Очень интересно. А, подожди. 13:46. Нифига. Или подожди. Нифига. А что дальше-то делать?
А где эта головоломка была? Не здесь. Здесь, да? Двадцать один, тридцать шесть, двадцать пять. Ё-моё, тут еще формы. Два в квадрате. Треугольник один. Треугольник три. Три, шесть, кружок. Кружок, квадрат, кружок. Квадрат. Ну да. А, карточка только. Так. Чё тут? Ещё чемодан. Чего? А, скребок для пароля. Цветная хернюшка. Ладно. Так. И чё? Это понятно, подожди-ка. Сумку пока, значит, не трогать, да? Ладно. И как это читать? Как-то читать, короче, да? Это не те пароли. Значит, идем, наверное, не в этот. Там еще было здание. Или не было? Стоп.
Ага, 82 596. Ясно. Стоп. Где у нас комната охраны? Ага. Вот у нас какие-то еще показания, да? Стоп. Что это значит? Ладно. Так. А если мы положим вот этот? Так. Ну. А не форму какой-то собирается, что ли? В натуре? Или мне кажется? Ладно, что у нас? Стрелки часов. Право, влево, вбок. Так. Ага. А как нам это решать, вопрос? Так. Ручка свистителя. А куда она может пригодиться? У этой?
Чё? Так, а ключ от чего? Кладовая? А где кладовая? И что тут? Кувалда? И все? Где? Так, где она там была у нас? Слабая херня. Здесь. Так. Чего? Без питания. Ага. Решение шкафов. Да. И все, да? Да. Тени какие-то тут ходят. К шкафам. Вот это интересно. Так. Так. Посмотрим. Стрелка.
Текс. Ага. А, мы открыли. Окей. Идем в комнату охраны снова. Так. Так. Чего? Вот какой знак обрисовывается, да? Так, а дальше? А где это решать? Стоп. А, в той двери. Подожди. Так. И понятно, вниз не получится. Вот и второй этаж. У нас что тут? Ясно. Ясен хрен. Что тебе что-то понадобится. Так. Так. Кафетерий. Ага.
где что блестит. Вот же второй этаж. Серьезно? И... Фу ты, блин. Ну. И чё? А где это вопрос? Чё? 3, 2, 1. Подожди, это какой двери вообще пароль? Сейчас посмотрим. Где он доску взял? Все понятно, это я туплю. Так. Так. Загогулинка вот такая. Как четверка, да? А. И что это нам дало? Кладовки? Стоп, а где кладовка? Вот это что ли? Кладовка. А, стоп. Ласкогубцы. Попробуем. Угу. Вот и доска. Ничего, да, совсем? Еще одна.
Да ты умён. Ё-моё. Ух ты, блядь. Об исчезновении рыбаков у южного побережья Аляски. Проект Флэйр. Небольшой остров со свойствами аномалий каких-то. Ага. О каком-то артефакте. Так, вы пока читайте, а я подойду. Так, я вернулся. Так, что тут написано? Руководители и так далее, да? Половинки нахер. Чего? В офисе. Опять бабосики, да? Ага. Лифт. Понятно, разобраться ты не сможешь. Четыре. Стоп, четыре. А как бы четыре? И. В кладовке. А, это там, где... А ну, подожди-ка. Это не то, что я думаю.
Вот и ножницы. Те самые. Так. Ну тогда давайте смотаемся в то место. Оу. И что тут? Ага. А, мы сняли для того, чтобы туда пойти, что ли? Так. Давай. Клавиатура. Куда клавиатуру присоединять? Как узнать пароль? Хрен его знает. Этот развитый. Может сначала подключить? Еще что ли одного не хватает? О, компьютер заблокирован, я в курсе. Так. Всё. Ну. Допустим. Ну окей, тут он разблокировал. Допустим. Клаву он нашел. А дальше? Присоединил. Как мы, допустим. А какое? Подсказка. Лифт. 1705. Ага. Неспроста. Население. Понятно, эксперименты над людьми. Ха. Опыты. Да.
хранители в натуре. О. Три один три два два один. Так, а нижний как? А, 2-2-1. Так. Считывательный карт. А, все, понял. Так. А дальше? О, на какой уровень? Ха. Нифига тут уровней. Так. На какой? На пятый. Окей. Так. А где карта? А, забрать надо. Я туплю. Карту не забрал. Бывает. Так. Лаборатория и резиденция. Да? А мы на втором этаже. Угу. Текс. И куда нам валить? До следующего этажа. Ну да. Так.
Ага. Два ключа. Значит, нам надо найти два ключа, да? Так, в смысле, а что он имеет в виду, я не пойму. Так, подожди-ка. Один плюс два и два плюс три. Плюс 3 и 3 плюс 4. Стоп, подожди. Это не одно, и 4 плюс 5. В смысле, подожди. 1. 1, 3. Такие вот линии. Линии туда, линии туда.
какие линии и в бок линии. Ничего тут не совпадает. Стоп. Правая перпендикулярно. Но есть. У нас вообще никакого инвентаря нету. Чё? Ух ты, блин. Ха. Но кода мы не знаем. Ёперный театр. Сорок девять, двадцать один. Исчезновение живых существ. Обалдеть. Ага. Ладненько. Так. 49, 21. Красная, красная, синяя, белая. А что тут?
52-70, значит, да? Колба, значит, нужна. Ага. И взвешивать нужно. Ясненько. Опа. А тут уже другая, да? Ага. Образец 2. Они, по-моему, разных этих. Да. Разных форм. Этанол, глюкозу. Угу. Понятно. Ага, белая, красная, синяя, белая, белая, красность. Где-то же я эту головоломку видел. Здесь? Нет. Да, где там у нас головоломочка была? Здесь? Подожди. И не здесь, да? Вот же, блин. А где тогда? Нет. Зрительный зал. Так, стоп. Сектор 1 завален. Не то. Стоп, а это что? Закручен. Это не то. Чё, реально где-то здесь? Блин. А где? Здесь? А
Нет. Синий, красный, белый. Окей. Что тут у нас? Калькулятор. Семьдесят четыре ноль девять. А как, подожди. Я понял, что 7409, подожди. А как его использовать? То же самое, что и на Кита. Ха. Я думал, я один замечаю это каждый раз, когда мы садимся есть, он как будто погружается в свои мысли. О чем-то важном, что ему нужно сделать. Понятно, делают эксперименты, хотят, чтобы все было чики-пуки. Так. Это я понял, подожди. А где ее взять? Ха. А или это не к этому вообще пароль? Подожди. Не, ну та дистанционно откроется, это понятно. Лаборатории. Нет. А чё мы тогда пропустили? Что мы могли пропустить? Где там еще с дверьми была дверь? Так. Или не с дверьми? Что-то я туплю. Но если к этому даже и подойдем. Точнее, к этому.
Ой, подожди. Еще что-то нужно присоединить к горелке, да? Интересно. Так. 7409, по-моему, подожди. Точно. Лом. Отлично. А дальше что нам делать? Так, дверь в холле. А где у нас была дверь в холле? Дверь в холле. Блин, я в этих местах нахер путаться начал. Дверь в холле. И чё тут у нас? Фотки. Ага, 94.13. За нами что ли следили? Ага. Интересно. Присосок. Подожди. А чё сюда сувать-то? Ладно. Посмотрим. Так. Сеть работает. Да не надо мне сюда. Восклетнее отключение сервера. IP-адрес. IT двери. Так, какая же там дверь? 94.13, что ли, была? Блять, я забыл, какая дверь. Дверь, дверь, дверь. А, вот она рядом. Так. Стоп. А что с ней делать? Она выцвела. Может, это как раз 94.13?
Рядом с бочкой, а ну-ка. Нет. Вот же, блин. Стоп, а может... Подожди-ка. Это не то. Стоп. Подожди. И что тут? Ага. Так, сходим в лабораторию. Да блин, а как его найти? Я-то не знаю. Так. И как нам узнать эти двери? Чем он ее сделать собирается? Чего? Стоп. Она открыта была? Подожди, по фотографиям. Может, это реально 94-13? А! Вот! Опа! Она! Шестигранный ключ. Нет. Так. Это что за... Стекла для микроскопа. Шланг. Серверный. Ладно.
Ё-моё. Так. Образец один. Опа-на. Подожди-ка. Образец три. Так. Образец два. Четыре. Два. Четыре, три, один. Давай один образец. Один. Посмотрели. Хорошо. Посмотрим два. Два. Теперь. Посмотрим три. Три. И последний. Четыре. Так. А где ж тот этот был? Химический контейнер в хранилище? Лаборатория. Стоп, а мне лаборатория же. Так. Понятно. Так, шестигранный ключ. А где этот химический ингредиент? Вопрос. Ха. Очень интересно.
Сектор один. Ага, аккумулятор. И что с ним делать? Не пойму, на каком объекте вопрос. Шестигранный ключ. Чего? Где это он использовал? Так. Все, я понял, походу. Типа не потеряться бы опять. Так. Здесь, что ли? Три, четыре, один, два. Ну. И. Два, четыре, три, четыре. А, и прокрутить. Три, четыре, один, два. Серьезно? И сначала два, три, два, два, три. Два, три, три, четыре. Два, три, три, четыре. Два, три. Три, четыре. Ну. А потом три, четыре, один, два. И... Ничего не пойму, подожди-ка. О, капец. Да уж. Ну, допустим.
Чего? Ага. А, понятно. Так. Чертежи все в серверной. Пошли. Чертежи, блин. Так. А дальше? И что нам нужно решить? Ага. Подожди. Как вообще? Разделение. 1, 2, 1, 4. 1, 2, 1. Так что ли? И чё? По-моему, это не хочет включаться. Как бы мы этого не хотели. Ага. Ладно, пойдемте в эту лабораторию. Что здесь такое, подожди. Откуда он знает, как ее решать? А что он там сфотографировал-то? Эти схемы, значит, применимы. А, подожди, сначала к нему. Блин, могли бы... Стоп, они не тут. Так, 2, 1. Ага, вот таким макаром якобы, да? Ну давай. Ага. Ладно.
Давайте попробуем. Так, подожди. А где она была? В кнопочках. Будем ориентироваться. Так, стоп, подожди. Нет, по линии это должна быть он вот это. Лилия. Может, она вот так отходит? А это сюда. А там перпендикулярно вот той. Так, подожди, перпендикулярно это значит вот так, что ли, и вот так. А та перпендикулярно вот этой. Раз, два, три, на четыре клетки. И... А, наверное, выше. Не, значит, немного ошибся. А как тогда? Я так и сделал. Да. А. Вот так вот. Окей. Так-с. И что дальше-то? Весы. А где были весы нахер? А, они прям здесь, твою мать. Подожди. Стоп, где они? Так, а что нам взвесить надо? Сколько должно быть? 200 грамм? Все, 200 грамм получается. Ага. В смысле, куда теперь валить-то?
И куда нам теперь валить, вопрос? Сюда. Такс. И... Ага. Подожди-ка. Я понял, где это было. Погнали. Здесь, по-моему. Нифига тут лабораторий. Я, блядь, заплутаю. А чё внизу-то? Вентиляция, в смысле? Значит, нам наверх. Так, в этом разобраться мы не можем. Ага, слайд проекта. Понятно. Текс. Слайд проектора. Понятно. А тряпка где? Здесь.
Это губка. Ладно. Это мы вроде как оттерли. А, это оно и было, что ли? Это мы пока разобрать не можем. Точно. Офигеть. Право. Влево, вправо. Влево, вправо. Вверх. Влево, походу. Право, вправо, вверх. Вверх. Нет? Чего? А, следующим образом. Лучевая кость. Ага. Вот как. Офигеть. А где ж мне тогда? Я в курсе. А, теперь нужно понять, как он хотел разместить. Лучевая кость — это рука. Так. Значит, потом, по-моему, череп. Малоберцевая кость и грудная клетка. Одного, что ли, еще не хватает? Или нет? А, нет, все правильно. Шестьдесят девять четырнадцать, что ли? Так, а дальше? Так, а дальше-то что делать? Это мы узнали. Так. Что дальше-то? А, вот это чего пароль. Ну.
А. Слайд проектора. Вернись в аудиторию. Так, стоп. А где она была? Здесь? По-моему, да. Синие, зеленые, желтые, подожди. Да ёпарас это, подожди. А, синий, зеленые, желтый третьим. А верхние, подожди. Зеленый, красный, зеленый. В смысле, подожди. Синий, зеленый, красный. Синий, зеленый, красный. И. Да, блядь, я в курсе. Чё? Неправильно, что ли? А, красный должен быть вот так, походу. А, подожди. А как мне? Подожди-ка. Слишком темно пишет.
Подожди, а что мы там могли пропустить? Это не то. А как? Стоп, а чё за фигня? И чё мне делать? Подожди, у него светит, а как, блядь? Куда его тогда надо впихнуть? Это не то. Это сеть. Это маловероятно. Да бля. Это мы включали. Здесь тоже. Значит, химическая лаборатория нам нафиг не нужна. Так, окей. Ага. Блядь, я понимаю, что слишком темно, ёбаный ты в рот.
Блять, я реально запутался. Зеленый. Желтый. Синий. Зеленый, желтый, потом желтый, да, вроде бы у него тоже три. А, это те экраны, блядь, а где они были? Подожди. Они ж это было. И по два. Да. Батарейки. Уже хорошо. Что еще помимо батареек? А, это та самая комната. И блокнот, да? Ладно. В медицинском крыле. Так. Образец. Чувак видит красноглазое какое-то существо.
Ага, присутствует ли он только в отражении или стоит прям рядом со мной? Для меня большая честь быть избранным, чтобы исполнить его последнюю просьбу. А.Ф. Ага. Еще один остался ключ. А где? А, как раз в той секции, где все темно, да? Тикс. Опля. Опля. Чем-то я собираюсь сдвигать. Хранение оборудования. Ёпарасоте. И что тебе нужно тут размещать? Электронным способом? Опа-на. Что непонятно. Ясно.
зрителя. Понятно. Так. Бочки. Антилогазы. Опана. Старый счетчик Гейгера. Здесь что ли? А, фиолетовый цвет. Бочка фиолетовая. Подожди. Бочка. А где бочка была изображена? Здесь. Так. Оранжевая. Так, оранжевая. Где она была изображена? Оранжевая, посередине. Ага. Еще два места. Это значит, получается, найти нужно... Ящик и трубу. На трубу мы видели. Ящик, ящик, ящик. Труба. Красная. Труба. Последняя осталась. А где ж был ящик?
себе. Сектор 3. Может, это реально в секторе 3? Только где? А это да ящик. Вот он. Желтый. Да. И домкрат. Случайно домкрат не сюда понадобится. Ё-моё. Ё-моё. Это... Может быть, это расположение? Это карта. Так. И как я ее расположу? Ага. ЕГ5. ЕГ5, Е1Г5. Так. Е. Один. Г5. H6Д5. Сейчас. А, стоп, H6. Вот, походу, и плата, да? Смысле? Ты о чем? А, ну это понятно, мы сейчас и вернемся. Вот и осталось два ключа вставить. Походу. Чего? Yeah.
Ты чё? И чё делать? И чё за прикол? Подожди. Стоп. Чего? Не понял, как он его открыл. Ёо, красоте. Заперто. В смысле? А где вторая? Ага. Может он решить. Как же? А, вот и камень.
Ясно. Так. В смысле, кое-что другое. А ну-ка. Нет. Блин, почти конец, а я туплю. Стоп, что? Да, уже чуть-чуть. Крышка? Так, а почему эту крышку? Я тупой просто. Начальника. В смысле ты не сможешь разобраться? Эту херню не фоткали, да? Подожди, а как он может разобраться? Он же не может разобраться. Не может, да. Чего? А черпаком он прям не может, да? Гениально. Чё? Он серьезно ее сможет решить? Блять, терминатор этот чувак. Так. Не терминатор. Так. Я сначала думал, что... Так, стоп, а где он ее находил? А, по-моему, внутри. Или нет? Ага. Куда дальше? Вниз? В смысле вниз? Он не идет вниз. И вниз.
Влево, влево. Офигеть. Вот, еще наложение вот куда ставить. Ебать. Подожди, а как это должно работать? Вот так? А это вся реакция или нет? Или вся? Походу, что вся. Наверное. Это я понял. Ладно. Валим тогда туда. Так. Короче, линии перпендикулярные. Так, а дальше? Вниз. Ага. Поверху, по бокам. Опа-на. А что тут? И что с этим делать? Из лаборатории это имеется в виду. Туда валить. Так, подожди. Молоток. Давай скомбинируем. Нет? А что это такое? Подожди. Прям надо туда сходить. Чё-то я не подумал. А, все. Так, ну я так понимаю, походу на замок термос используем, да? Вот на этот. Ёпарасоте. Красоты. Вот это нежданчик выполнения. Так. Чего? Что? Подожди-ка. В
на все зеленый. А что отключится? Ничего. Блять. Нет. Бля, как это работает, вопрос. Чё-то я туплю. Это и это, и что это даст? Это и это. А, это красное отключило. О, как. Какой-то пульт. Ага. А, спасение. Понятно. Как обычно, короче. Фанатики, да? Хлора, хенол, зеленая. Это значит зеленая. И вот эти три кнопки, что ли? Так. А если? Вот так. Это так работает? Ну да. И что тут? Ключи. Ага. Какую запертую дверь? А, вот эту. Ох. Ё-моё. Чего? Ага. Пятьдесят семь, 218. Это можно сфоткать? Гениально. Можно. Что за фигня? По-моему, кому-то жопа уже. Так. Ёпарас это.
Так, а какой там код? 57218? Опа-на. А как это работает? Подожди. Тихо. Вы издеваетесь? Как это работает? Офигеть. Не. Тихо. Да блядь! Ну вы издеваетесь. Ага, хрен там. Называется самому, блядь. Выключи эту хрень. Да тихо. Да, блядь, куда ты? Блядь, почему стрелками нельзя, а? Я ебал эту систему, вот честно. Да. Ну. Блять, отлично. Да. А, надо обязательно ждать. Ждем. Херово так взрыв бомбанул. Да, знатно нас оглушило. Так, и что нам делать там надо? Выбираться, да? Ага, понятно. Блять, какие головоломки прям тут. Давай. Туши. Я так понимаю, что нам нужно валить к этому.
Тут завалы кругом, да? А, ну понятно, только сюда, короче. Нам позволяют топать. Чуваки, мы должны спастись, чуваки. Так. Без костюма не вариант туда топать, да? Да, как открыть? Инструкция справа? О, подожди. Камера? Офигеть. И теперь нам нужно все это, блядь, запоминать, да? И как это работает? Мы же без костюма ничего не сделаем. Комбинации. Блин, многоточие, кружок. Многоточие. Короче, шестерня, два кружка и четыре. Подожди. Нет. Шестерня. Откуда я знаю? Блять. Подожди, что там шестерня? Нет, четыре наименования. И... то а все-таки три. А, вот. Так. Открылась. Нормально. Такс. Чё, ролик что ли будет? А, то что мы это. И чё? А сканер чё, будет работать что ли? А, нет. Не будет, да? Ага. Интересно. Прям монолит какой-то, как в Сталкере.
Чувак там, наверное, в шоке вообще. Нифига себе, ему черный помог. Офигеть. Так. Остается, значит, взорвать к чертовой матери, да? Подожди, что нам делать? Я понял, что она не работает, подожди. Что нам остается делать? Ну, это понятно. Такс. А, или куда? Стоп. Ну. Это долго будет, алё? В смысле? Так. Нашли. Так, так. Угу. И куда-то эти херни двигать, да? И... Эй. И все? А ну-ка. Подожди, а ему остается только в камень войти, что ли? Исчезнуть вместе с камнем? Он же взорвется нахрен. Смотрите, лодка исчезла. Получается. Остался... А, нет, он исчез. Но что-то на карте все равно значится. По сути.
Конец. Да, конец. Концы из концов, да? Да. Глава третья Меридиана пройдена. Ну, в принципе, концовка интересная. Глава третья, она все-таки, наверное, посильнее, чем вообще все вместе взятое. Я бы даже сказал, самое такое мощное. Глава третья мощная была. У игры. Ну вот. Ага. Спасибо вам за то, что играете в наши игры. Это была дикая поездка, и без вашей поддержки мы бы не справились. Мы надеемся, что вам понравилось играть в сериал так же, как и нам. И мы надеемся, что вы присоединитесь в следующих приключениях. Спасибо. Ну вот. Как-то получается так, дорогие друзья. Спасибо, что смотрели. Мы все-таки завершили такую неплохую, эту замечательную игру-головоломку. Мне она понравилась. Надеюсь, вам понравилось смотреть. Не забывайте про лайки, про колокольчик. Приглашайте друзей. Вот. Ну а с вами был Казуку Фэмили, ребятушки. Всем до новых встреч. Следите за каналом и играйте только в хорошие игры. Ну а всем всего хорошего и удачи. И всем пока-пока.